22 апреля 2018 года, Харьков, 5:26 по Киеву, встает солнце. С чистым горизонтом не сложилось, но что есть, то есть. Где там наши протуберанцы? Да. Шарик тот еще. Задавали вопрос, каким образом мы видим солнце, если оно настолько далеко. Полез, почитал информацию, оказывается, солнце от нас 1,5 миллиона километров, но само солнце размером 1,5 миллиона километров. Смотреть на него практически, в общем, 7 раз, если 7 раз отложить, 7, между нами и солнцем 7 диаметров солнца, всего-то навсего. Отставить 107 диаметров солнца. Получается, что это смотреть на солнце с земли, это все равно что рассматривать футбольный мяч 22-сантиметровый с расстояния в 23,5 метра. Понятно, никаких проблем там нет. Или смотреть на баскетбольный мяч, стоя под одной корзиной на баскетбольной площадке, как он падает в другую. Такая огроменная пузырящаяся штучка у нас встала над горизонтом. А в Харькове какой-то смог, смрад, дымка, что там творится. Сегодня 5-й международный марафон в Харькове будет проходить. Сейчас рвану туда. А тут такой чат, такой смог. Надо посмотреть. Одни церкви. Хочет фокусироваться на церкви. Да, красиво. Церковь это красиво. Готов признать, как человек неверующий, на фоне однотипных коробок церковь всегда привлекает узор.
поймет, что я трубу хочу снять. Телевушку. Ну ладно. В общем-то, не очень и хотелось. Все, отправляемся на марафон. 8:40 стартанет. Да, с горизонтом не повезло чистым, но зато полную луну снять получилось во всех ракурсах ночью. Было красиво. Так, финишируем. Харьков, 29 апреля 2018 год, 5:32 по Киеву.